Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2. Новости, супер скидка, это мне не нужно. Обойдемся без скидок. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас там с тобой по режимам. Где мы остановились? Так, оса, телохранители. Сложно, испытания у нас с тобой. До уровня нам остается совсем немножко, до 22-го. Начнем, наверное, с турнира, да? И я думаю, что начну с турнира теневого. Потому что здесь мы все-таки зарабатываем побольше и денег, и сферы. Так, и у нас тут головорезик. Давно не виделись, братюня. Пора тебе твои сабельки кое-куда тебе засунуть. Да поглубже. А потом еще и провернуть. Но мне не нравятся мои... Ой! Мне не нравятся мои вот эти вот, ребята, серпы. Я хочу их поменять, причем уже давно, но для этого... Ох, ё-моё, но для этого мне нужно получить, как ты понимаешь, уровень следующий. Давай, вставай, хорош там прохлаждаться. Опа! Опередил, да? И такой довольный. Не-не-не. Почему ты, блин, говнюк сраный, не делаешь кувырок, блин, когда это нужно? Зашибись. Я хотел сделать кувырок, а он его не стал делать. Слушай, вообще, я в броне? Так, он погиб. Такое впечатление, что я как будто голый дерусь. Что-то по мне так урон прописывается. Да, я не спорю, мы выбрали с тобой теневой режим. Точнее, не теневой режим, а ночной режим. Он как бы усиленный. Ну, не настолько же, извини меня, чтобы борзеть. Смотри, 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 ребята, а? Подпрыгнул. Ведь знает же, что надо подпрыгнуть, а? Как он за доли секунды все это просчитал? И это уже не имеет значения, потому что он готовченко. Ну, а мы с тобой победили. Так, 35,5 тысяч монет. В общем, все дела. Так, продолжаем с тобой турнир. У нас с тобой 8-я стадия. Я все делаю это ради уровня, ребята. О, дровосек с топориками. Этот парень шутить не любит. Мне хочется в руки взять оружие, которое очень быстрое. Эти серпы, они медленные. Причем очень, как тебе сказать, сразу всклопотал. Да чтоб... Так, ты достал. О-о-о, это мне сейчас повезло. Ну... Так. Ага, докуркался там. Пошел ты. Козе в трещину, не хочет никуда он идти. Так, он прыгает. Попрыгулька, старика. Главное, я хотел ногой ему звезднуть, он меня опережает. Поехали. Блин, вот этот удар, ребят, топором, это очень опасный. На тебе. Ха-ха-ха, баг. Да, ребята, это игровой баг, насколько мы знаем. Если чувак... возле стеночки, в конце экрана, его можно там спокойно бомбить, и он тебе ничего не сделает. На-ка! Нет, он, конечно, успел тоже бросить свои иголки. Все, по-моему, ему крышка. Блин, как, ребят, давно, когда не играешь, разучился. Вообще все разучился. Какие удары, куда бить, когда увернуться. Реакции тоже заторможенные. Да, в этих файтингах вот так всегда. Я представляю, что будет, если мне сейчас, например, сесть играть в Mortal Kombat. Меня там будут, наверное, как ссаный веник туда-сюда мотылять. Ну что, продолжаем турнир, конечно же. До уровня остается совсем-совсем крополя. Так что не отступать и не сдаваться, да? Мангуст с копьем, зашибись. Как раз вот копейщик под мои вот эти вот серпы очень-очень великолепно подходит. Прям вот. Смотри, что сейчас будет. Нет, ну это чудом я его подбил сейчас. Дурацкая вот эта вот серия комбинаций ударов. Я не могу, мне как она раздражает, а? Вон, вот эта вот плешивая вертушка вот эта вот. Не могу, вот серьезно тебе говорю. Хорош парень. Ну слушай, три удара было достаточно. Там, правда, кровотечение еще мы на него повесили. Поэтому так все быстро разобрали. Давай, иди сюда. Иди сюда, дергун. Ать! Вот я только хотел, да? И вот... Ты, плешивая... Хмрьё. Достал ты уже, а? Ну, серьезно говорю. Пипец, у меня просто нет слов, ты понимаешь? У меня нету, блин, слов. Ты предсказуемое дерьмо. Так. Чёртовы серпы, я терпеть их не могу. Ну, не могу их терпеть, ребят, на. Естественно, кто бы сомневался бы. Что ты? А если я вот так сделаю сейчас? А? Ну, конечно, он уклоняется. Совсем, ребята, я не знаю, как я буду боссов бомбить, если я не могу обычных рядовых
солдатиков уничтожать на изи. Новые ужасные боссы, понятно, понятно. Угрожают миру. Типа, иди и сразись. Ну что, последний бой, мы с тобой получаем левел. Тем более уровень сложности нормуль. Невозможный, да, несложный. Ну что, воронье, которое разлеталось. Попробуем, блин, когти эти плешивые бесят меня. Я говорю, все, ребята. Ой. Все вину тому. Это вот мои вот эти вот серпы. Я считаю, это медленное оружие. Конечно, хорошо, да, я не спорю. Вешаем кровотечение, все замечательно. Ну давай, подходи, говнюк. А теперь моя очередь. А? Хотел прыгнуть. Засранец. Ну что, попробуем махнуть? Ух, вот если попадаешь под комбинацию, все, начинается, ребята, беда. Ну-ка, поехали. Сейчас, мне кажется, прилетит не здесь. Ай, предсказуемая сволочь, а. Просто предсказуемая. Дождался и подловил. Вот и все, что он может сделать. На. Погнали. Сразу же, вот он, ребята, как ни странно, сразу же после того, как встает на землю, может делать блок. Упс, а если я? Ну конечно же, а нет, поджарился. Все-таки приземлился прям на огонек. Замечательно, ребята, 1-1 счет. А сейчас будет у нас решающий. Конечно же, я хочу получить победу и сразу же уровень. Слушай, а почему я могу повесить, извини меня, кровотечение, несмотря на то, что он был в блоке? Разве такое должно быть? Ага, ага, хорош. Ну все. Блин, вот он начинает свою вот эту пилюлю прописывать, да, свою вот эту вертушку, и ничего нельзя сделать, никак не остановиться. Бесит, вот серьезно говорю, бесит. Ладно, главное, победили. Уровень, пожалуйста, в студию. Уровень в студию. Да я знаю, что я там заработал. Что вы мне втираете по 300 раз? Неплохо. Ты получил новый уровень. 22-й. Естественно, ребят, неплохо. Так, заходим в профиль и качаем с тобой. Использовать магию. 12,5 шанс. Ну, этот. Нет, я буду яростно изучать. Все, я изучил яростный, теперь хочу с удовольствием побежать в магазин и посмотреть. Ну, дубину эту однозначно я брать не хочу, ну ее нафиг. Вот, мне нужна глефа. Блин, глефа мне нужна, она дается только, извини меня, с 23 уровня. Так, вот они эти хапеши фараона. Мы можем взять с тобой парный палец, но... Вот, естественно, ребят, двуручную дубину я не буду брать ни за какие ковришки. Хоть что ты делай со мной, я ее брать не буду. А вот, пожалуй, парные палец я приобрету. Что там, кэшбэк? Так, вы уверены, что... Ну, посмотрев рекламу. Да. Но в прошлый раз у меня это не работало. Один раз работало, и все, и больше мне не давали кэшбэка. Ну, сейчас попробуем. Молодец, как и обещала. Ага, вот, сейчас сработало. Твой заказ будет готов там через сколько? Через 10 минут ждать. Так, хорошо. Парные палицы у нас с тобой будут. Давай смотреть, что у нас по броне. Так, броня мне нужна на 22 уровень. Это лунный нагрудник. А в данный момент у меня какие... Какая броня стоит? Так, подожди, какая на мне сейчас в данный момент броня? Ага, вот это, да? Позолоченная броня на мне висит. У нее какие там свойства? Поглощение урона. Кстати, которого я почему-то не заметил. Не работает больше поглощение урона. И давай, наверное, с тобой приобретем лунный нагрудник. И с кэшбэком. Как ни странно, кэшбэк начал работать. И это мне нравится. Так, броню мы с тобой тоже заказали. Теперь давай посмотрим по... шлема. У нас с тобой стоит панцирь скоробея. В принципе, он меня устраивает. Менять я его не буду. Прокачать я его тоже не могу. Так, что у нас тут? Шипы. Шипы мы можем улучшить. Хотя я не особый такой, знаешь, метатель. Наверное, я улучшу цепной взрыв. Ой, подожди. За гемы не хочу.
За гемы я не буду апать. Ну, все, в принципе, ребят. Все, ждем с тобой сколько там? 7-8 минут, а пока я пойду дальше драться. Как только шмотки у нас приходят, сразу одеваем. И я думаю, что будет у нас все отлично. Так, турнир. Уровень сложности нормуль. Так, ты хочешь идти в бой с этим оружием? И что-то посерьезнее? В плане... Так, у меня ничего не готово. Да, хватит меня с панталыги моей, сбиваешь только. Да, я хочу идти в бой с этим оружием. Все. Да, 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 я... Что, она меня не пустит, что ли? Так, ну что же, опять же у нас Лилия с тобой. Прекрасная девочка с нехорошим оружием. Ночной режим, усиленный, не забываем об этом. Погнали. Уровень сложности нормуль. Ой, как она... Каким-то чудом, ребята, она попала. Попала под кровотечение мое. Слушай, хорош псина, а? Ага. Тут-то я тебя и прижучу, роднулечка моя. Не хочет. Ага, уходит. Ты посмотри, ну... Сейчас перепрыгнет, естественно, не? Нет, не перепрыгнула. Ну все, тогда я ее здесь... Хм. Бросок еще сделала? Оу. Так, ну что, давай попробуем, наверное, вот так вот сделать. Не добил еще. А если вот так? Чистый был подкат, и подловил я ее, ребят. Подловил. Надо ее просто пригласить на свидание, понимаешь? Она очень злая, потому что с ней давным-давно никто не встречался. Видишь? Только что она этим самым доказала. На! Не подходи. Я говорю, не подходи ко мне. Она злая, на всех мужиков злится она. И зря, зря. А ведь могло у нас с ней что-то получиться, наверное. Ну что же, мы с тобой здесь выиграли и двигаемся дальше. А кто у нее босс? Невозможно, ну понятно, в теневом режиме невозможно. Так, испытание. Сложно. Здесь нормально. Без блоков. Ну что, пойдем дальше? Турнир можно, в принципе, ребята, пройти весь. Это, как тебе сказать... Лиса. Это такие режимы, где мы с тобой набиваем опыт. Я думаю, что можно было бы, конечно, это все вырезать. Но тогда у нас были бы с тобой очень короткие серии. Хотя, если ты, например, напишешь мне, я, естественно, ребята, буду все это вырезать. И будем чисто оставлять бои с боссом. То есть, никаких там ни телохранителей, ничего. Просто босс и все. И игру мы с тобой пройдем за серии 3. Это быстро произойдет, поверь мне. Потому что вот такого вот не будет у нас. Ага. Да хорош. Вот плешивая-то, а. Ну-ка, отлично подловил. Поехали. Нормуль. Слушай, она меня подлавливает, ага. Ну-ка, моя очередь. И подсечку, сказал же. Вот. Лиса отдыхает. Блин, мне нравится, мы с тобой на каком-то ромашковом поле, что ли, деремся, да? Упс. Так, роднуля, ты меня уже нервировать начинаешь. Оу-оу-оу-оу. Сразу же ответка, грубо говоря, незамедлительно идет с их стороны, да? То есть она мне не дала применить мое заклинание и с удовольствием применила свое. Сейчас выпрыгнет, конечно же, она отсюда выпрыгивает постоянно. Ну, давай, 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 подходи, я попробую подсечки, ребят. Да, блин, ты какой-то дуст, я не знаю, блин, как тебя еще назвать-то? Бля, у меня нет слов. Я хотел, блядь, подсечку сделать. Какого хрена ты ногами своими вшивыми махаешь, блин? Дуст, блин. Ну, ёп-по-мать, а сейчас начнется. Все, разошлась корявая, блин. У меня такое ощущение, что как будто какой-то как деревянный, ребят. Какой-то заторможенный. Не могу никак влиться в игру, понимаешь? Так, кровотечение ее подбило. Не могу никак влиться в игру. Мы когда с собой в сенсей, там вообще все живенько, шустренько. Тут какой-то я топорный. То ли действительно потерял скилл, то ли фиг знает. То ли это так влияет вот этот вот
затмение вот это, я не знаю, ребят. Уровень сложности нормуль, не должно быть вот так вот, как они сейчас тут делают. Карманник со своими стилетами. Еще вот это вот, ребята, отзывчивость, вот управление просто бесит. Хочешь, блин, сделать одно, он просто не делает этого, и все. Ну и что ты там прыгаешь со своими стилетами чертовыми? И бесит вот эта дебильная комбинация, его просто раздражает. Вот, пока он ее не доделает, он не успокаивается. Это вот бесит. Не могу. Ну. Так, предположим. Ага, ха-ха-ха. Плешивое хмырье. Потерял, да, свои стилеты? Все. Но он и в рукопашку может, ребята, заколбасить. Ты об этом не забывай. Так, пора его, наверное, немножко поджарить. Ну, конечно. Я думал, перепрыгнет. Но, видишь, попался все-таки. Хлопчик, раунд 2. Стилеты, это, конечно, хорошо, что мы ему выбили. Попробуем. Попробовал. Ну и что ты тут прыгаешь? Ага. Ну это разве удар, ребята? Ногами лучше не бомбить. Никакого эффекта, особенно в прыжке, я не видел. Опа. Тихо. Поехали. Я понял тебя. Ты что делаешь, а? Блин. Ага. Подловил все-таки собачий потрох. Да кувыркался, а? Засранец. Твою ж налево. Проникающий, конечно, ребята. Еще и вот так вот он делает. Не, ну хватит шутить, на самом деле. Что-то уже ни в какие ворота это не входит. Все, отдуплился парнишка. Фух. Так, давай быстренько мои призы. Я не знаю, сегодня попробуем, наверное, дойти с тобой до осы. Наверное. Бомбануть навряд ли у меня получится. Так, уровень сложно, поехали. Опять ты? Опять этот головорез тут, а? Мало ему было первого раза. Так, ну что? Давай, блин, сабли его, конечно, это что-то с чем-то. Ой! Ребята, заберите меня отсюда. Когда моя броня сделается? Ага. Сейчас было великолепно было сделано. Ну, ух ты, вот это мне сейчас, ребят, очень повезло, что я успел его перебить. А вот это было плохо. Да чтоб тебе, ты... Да, ну, ребят, уровень сложно, как-никак. Ох, смачно, с прогибом. Он, по-моему, потерял, ребят, свои сабельки, да? Кровотечение повесили и добили. Вот это удачно было. Как я его со спины-то, а? Как я его прогибчиком, ребята. Это... Этот бросок из борьбы. Называется прогиб. Так. Ну-ка. Ага. Вот об этом я тебе и говорил. Вот когда ты начинаешь делать эту связку плешивую, ты ничего уже не можешь сделать. Не можешь остановиться. И в этот момент с тобой могут что хочешь сделать. Вот как сейчас в данный момент. А если моя... Ты что, специально это? Ты знал, что ли? Говна-то кусок. Лежать. Нет, 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 нет. Не имею права проиграть. Иди отсюда. Ну-ка попробуем. Так, еще. Ага. Ты вот специально все знает, ребята. Агрессивный. Нифига ты, парень. Он стал агрессивным. То есть он по мне столько урона нанес, что у него агрессив пошел. Действительно, какой-то я не могу понять, что плечи размять или что-то вот не хватает, какая-то вот тяжесть, напруга, ребят, напруга. Так, без блоков, может быть, попробовать, но без блоков я думаю, что лучше вот здесь идти, на обычный, на нормальный режим. Потому что я знаю вот эти вот дуэльки его. Кстати, а когда шпутки-то приготовятся? Вот, спасибо тебе большое, лунный нагрудник. Надеваем. Насколько он там круче... Ну, ты видишь, да, прибавка идет по шестерочке. Или нет? Так, если мы сравним, у нас с тобой позолоченная броня, да? Это получается 429. А я хочу надеть вот этот.
523. Но я могу ту броню прокачать, если честно. Продолжить ее прокачивать дальше. Позолоченная броня от Центуриона. То есть здесь поглощение. Блин, я не знаю. Не, наверное, я все-таки куплю новую. Я куплю новую, но тут опять не будет никакого заклинания. Так, мы уже надели ее, да? Улучшить. Угу. Так, ну один гем я могу потратить. Еще разок улучшить. 160 тысяч. Улучшить. Все, броня у нас полностью улучшена. Так, зачаровать. Давай попробуем применить. Так, сколько? 20 минут, нету времени ждать. Так, что мы с тобой получили? Восстановление магии при ударе. Ну, вот, трындец. Этого я вообще, ребят, не хочу. Давай другое что-нибудь. Вот, поглощение урона. Слушай, ну у нас же, по-моему, еще должны дубинки. Где дубинки мои? Они тоже уже должны. А, мы уже надели их, да, получается? Или что? Простой рецепт. Они одеты или не одеты? Так, зачаровать. Вот они. Они надеты, получается. Я не пойму, здесь галка стоит и здесь галка. Они надеты или нет? Ну-ка, дай-ка я зайду в дот, посмотрю. Нет. Они не оделись. А в чем проблема? 22 уровень. Вот, ёпарс, это в чем проблема? Так, улучшили. Улучшили. И еще раз улучшили. А на зачарование у меня, наверное, не хватит, да? Нет, не хватает. Телохранитель у нее идет на безумное. Я, наверное, туда пока не пойду. А вот на турнир, пожалуй-ка я. Так, постой, у тебя в арсенале есть экипировка и получше. В каком понятии? А что у меня может быть получше? Ну, лунный нагрудник. Что они имеют в виду? Нет у меня ничего получше. Что-то вы тут хитрите. Что они получше нашли? Не знаю, ребят. Отвлекает меня Мэй, как всегда. Давай продолжать с тобой турнир. Там осталось нам совсем немножко. И, как ты видишь, дровосек. То есть дровосек у нас с топорами, а я с палицами, да? А две маленькие палицы. Дробящий урон. Ну, давай посмотрим. О, хорошечно. Да, когда попадаешь под такие, ребята, плюшки. Воу-воу-воу. Мало не покажется. Нет, это ты зря, конечно, выпендриваешься. Перфект. То есть не получили ни одного урона. Ни одного удара. Ну. А-тя-тя. Слушай, у нас с тобой сразу и поглощение там активировалось, да? Все, что есть. Но я тебе скажу следующее. Вот с этими дубинками он пошустрее все равно себя ведет, чем с теми серпами. Поглощение урона. И бросок. Все, крышка ему. Ну, что могу сказать? Броня дает о себе знать. Булавушки тоже показывают неплохой результат. И мы с тобой зарабатываем 76 монет. И плюс еще небольшой опыт. Продолжаем. Так, остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 боев. Я думаю, это для нас расплюнуть. Ох ты, мор. С такими же, кстати, булавушками, как и у меня. То есть мы с ним на равных, да, будем. Но шлем у него, по-моему, по фуфловичам. Тихо, тихо, тихо. Поглощение урона. Блин, почему я всегда, ребята, вижу, когда звездочка, я начинаю какой-то в ступор там вставать. Я знаю, что нужно среагировать, но почему-то. Ну, наверное, в подсознании думает, да ладно, уже поздно, типа, уклоняться, пускай бомбит. Типа, наверное, вот что-то типа того. Вот, видишь, опять же. Ох, сейчас было хорошечно. Я его сейчас. А вот это не очень хорошо. Ну, погнали. Так. Что такое? Это он мне прописал, да? Еще и крит. Эй-эй-эй-эй! Сынок, ты давай-ка завязывай с этими шутками-то. Ну-ка.
Нет, я хотел бы, конечно, сейчас мне, ребят, прописать супер удар. Попробуем. Блин, трындец. А ведь он сейчас, наверное, в ответку сделает. Не успел. Не успел, но он бы мог. Друзья мои, если бы захотел, 100% отпрыгнул, отлетел, откатился бы, но он бы сделал. Поехали. Так, ага. Вот ты, парень, свое счастье и пропустил. Вот это было зря. Надо было раньше это делать. Оп, оп. Угу. Да что ж такое-то? Да хорош тут кувыркаться-то, а? С руль, Соломонович. Что-то как-то уж больно шустро. Дай-ка я ему попробую бросок хотел сделать, ага. Сейчас было замечательно. И что-то от моего, ребята, заклинания урона он особого не получает. Просто дубинками надо бомбить. Ага, ладно, главное, мы с тобой победили этого мора. Зарабатываем с тобой немножко денег и двигаемся дальше. Двигаемся дальше, нам... Опа, уже безумно. Уже, друзья мои, безумно. Зато в испытаниях у нас с тобой... Так, доспех 20... Да у меня все есть. Все есть. Давай. Так, и у нас с тобой мангуст. С копьишком. Блин, копье. Я люблю, когда копье у меня. Ну, я на самом деле хочу глефу. Ты помнишь, как мы с тобой с этой глефой неплохо наказывали наших противников? Оу. А что он потерял? А-ха-ха-ха-ха. Радость ты моя. А ты потерял, значит, да? Потерял свое копье. Значит, ты не воин. Воин не имеет права терять свое копье. Блин, бросок сделал, да? Смотри. Давай по ногам ему, правильно, вот так вот. Ну, как видишь, мангуст, все. Отправился опять в лес. Под пенек под свой. Ну-ка. Да, ребят, что-то какой-то он ватненький. А, так, слушай, я же забыл, что у нас тут совсем другой режим. Совсем другой. Ну, поехали. Все, выкусил. Жалко, не добил я его, а? Чуть-чуть. Чутка не хватило. Ну, прижучили. Все, мангуст отдуплился, ребята. Ну тут, а, может быть, нам в теневом режиме выгоднее играть. Ну, во-первых, и денег побольше будем получать, да. И уровень будет нелегко, а сразу сложно. Так, в этом бою... Ага, периодически наступает темнота. И мне дали карманника, да? Самого шустрого, так сказать, разбойника. Но, понимаешь, если он будет попадать под мои удары, то он долго... Или он долго не проживет, или я, ребят. Я не вижу, куда бомблю. Так, подножки, да, он там начинает делать. Ну-ка. Я делаю подсечки, ребят. Подсечки, слава богу, срабатывали до поры до времени. Так, наносим ему урон пока. Ай-яй-яй. Ни шиша не пойму, что там происходит. Попробуем так сделать. Ага. Ну там осталось-то совсем кропаль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, раздухарился этот парень. Е. Нифига себе. Периодически, говорит, будет наступать темнота. Я практически... дрался в одной темноте, я ничего не видел. На долю секунды покажут там свет в окошке и все. Опа! Ты смотри, что творит. Я подсечки, ребят, начинаю делать. Что-то мне от этих подсечек ни холодно, ни жарко. Так, попробуем. Попал? Воу, шикарно я его вынес. Так оно будет лучше. Во-первых, мы с тобой сфер получаем больше. Ну и, соответственно, по деньгам, по-моему, тоже мы выигрываем, да? 68 тысяч монет получаем. Уровень сложности нормуль. Так, уклоняйтесь от метательного оружия. Блин, это фигово, ребята. Без блоков. Хм. Поехали. Я попробую. Я знаю, что, ребята, в теневом режиме вряд ли я смогу пройти его. Без блоков, а вот
В обычном, ну, в принципе, есть шанс его забомбить, этого ниндзю. Ай, мне еще и кастеты дали. Вы серьезно? Упс. Он активировался, хмырь. Так, в пятачину получил, поехали. Раз. Два-с. Ать. Не-не-не-не-не, парень. Давай-давай-давай. Полежи. Ну, поехали. Да, блин. Что происходит? Подбили? Есть. Ладушки. Первый раунд за нами. Заклинаху даже не буду, ребята, пытаться. Хотя вот сейчас можно. Ты чё, гад? Ты читаешь мои мысли, что ли? Я не пойму. Хорош. Ну все, активировался, ребят. Не забывай, что у меня нет блока. Поэтому то, что я буду тут стоять или там отходить, ровным счетом меня здесь никак... У него есть блок. Ты понимаешь, да? У него есть блок, а у меня его нету. Господство в плане. А что за господство? За что я такое чудо получил? Я не понял, давай почитаем. Фух, на микронах выиграл его, друзья мои. На микронах. А где мы с тобой почитаем, а? Я уже даже не помню, где это читается. Если честно, по-моему, здесь. Так, ну-ка. Господство, выбей оружие из рук противника 50 раз в любом режиме. Получить, понял, понял. Так, ну что, мы с тобой продолжаем. Дуэль я выполнил, здесь у нас легко. Уровень нормуль, тут уже невозможно. Безумно. Телохранитель, кто там у него на безумке? Давай посмотрим. Боцман. Точно. Так, ну что, ребят, давайте подеремся. Боцман, да, значит? Ну, погнали. Ага. Твою ж налево. Конечно, с Глефой-то. С Глефой куда проще драться, если честно. Тем более, знаете. Ага, поглощение урона. Еще поглощение урона. Бросок. Вставай, дядя. Мы с тобой еще не закончили. Так. Понял, заклинание бесполезно, ребят, применять. Существенного дамага, естественно, не получает он. Ух, ёпарасете. Я видел, ребята, видел, что он собирался делать. Но тут уже просто растерялся. Просто растерялся. Боцман, блин. Если бы у меня была бы Глефа, вот это вот, что у него, я бы ему все мозги бы вынес. Поверь мне. Да ёпарасете, блин. Что у тебя такой урон-то? Офигеть какой, блин, я не понял. Может, мне еще рано сюда пока, ребята. Все, ушатал, да? Ну, почти, почти ушатал, тут уже мне ничего не поможет. Поглощение урона, это все фигня. Нет, рано мне еще на него идти. Хотя, какое нахрен рано? Самое то. Соревнуйся, как говорит, и получай классные... А, у нас не сложно, у нас, ребята, безумно. Вот почему я такой урон получал. Ну что, давай тогда пойдем за следующим уровнем. Фиг где тут делать. Испытания. Я все еще хочу к этому пойти, к мяснику. Нам же нужно, как говорится, его бомбануть. Главное, легко. Уклоняйся от вражеских, типа, метательных оружий. То есть, если мы с тобой попадаем, мы сразу проигрываем. Ведь выходит так, наверное, да? Они любят обычно так делать. Ага. Я знаю, что ты сейчас хочешь сделать, но ты не успел. Я думал, что он откатится или... Отпрыгнет от меня и, как всегда, свою эту фигню метнет. Но тут я его что-то быстро как-то пригвоздил. Поехали. Да, второй раз такой фокус не прокатывает. Ать. Ага. Замечательно. Ну, готов. Что-то три удара и все, ребята. И мы его нахлобучили.
Так, призы, это все понятно. Двигаемся дальше. Сколько нам там с тобой до уровня еще? Ну, немножечко. Так, теневой режим. Что у нас тут с тобой будет? Я не знаю. Снаряжение у меня есть. Метательное оружие. Так, вступить с оружием, доспехом, шлемом, метательное оружие. А, и магии. У меня не хватает только, по-моему, магию. Магия 21-го, да, уровня у меня? Так, смотрим. Это все норм. Это норм. Шлем. Норм. Ага. Вот что нам с тобой нужно. Ну, тогда... тогда покупаем. Кэшбэк. Молодец, как я и обещала. Вот твои деньги. Спасибо тебе большое. Так, сколько, блин, выполнить. Надеваем. Так, ну что, по идее, меня должны сейчас впустить. Давай мы, наверное, с тобой поставим пока на улучшение. Заклинание. Блин, заклинаха. Ну, конечно же, ребята. Не впустят меня туда. Ну, хотелось бы, да? Так, безумное снаряжение 22. Ну и что тогда будем делать с тобой? А здесь то же самое? Да, то же самое нужно. Турнир невозможной дуэли. А что же тогда делать мне остается? Заработать уровень-то надо где-то? Так, а здесь у нас 4 противника, да? Может быть, их забомбить, а? Попробовать. Давай, я рискну, друзья мои. Всех четверых. Так, первый у нас с тобой с посохом. Кнут. Как мы знаем, здоровье у меня не восстанавливается. Поэтому полоска ХП на всех четверых противников делится. Что мне дали там? Когти. Не самый, конечно, лучший вариант. Но посмотрим. Упс. Хорош. Поехали. Ну. Так, что-то он, ребят, хандрит. Не успел. Ага, поглощение. Пока все хорошо, ребят. Блин, вот это дурацкая, конечно, была затея. Ну давай уже. Вот когда нужно, ребята, вот. Все, кранты. С первым справились идеально. Практически не потратили здоровья. Так, с топором. Здесь похуже, но все зависит от того, какое оружие мне сейчас дадут. Если меч, то вполне можно его ушатать, этого изгнанника. А если какую-нибудь там булавушку двухручную? Так, только не говори, что ты зависла. Да, друзья мои, игра зависла, я вижу. Вообще ничего не происходит. Так, ребята, придется мне тогда переигрывать, получается. Но я же не виноват в том, что она зависла, блин. Понимаешь ли. Так, где мы с тобой? Ага, вот здесь, да? На испытании. Теперь попробуй пройти. Идеально. Так, кнут. Что мне дадут против тебя? Дайте когти. Надеюсь, больше не будет никаких зависаний здесь. Эй. Фу, я уже думал, опять зависла. О, сабли. Ну, попробуем. Поехали. Угу. Как поехали, так и приехали. Да чтоб тебя ты... Ну, замечательно. В принципе, ребята, это уже труп ходячий. Все, подрезали. Тут главное, что всего лишь одна победа нужна. Не две, а одна. Так, и теперь, надеюсь, на изгнаннике у нас с тобой не зависнет. Ну? Давай, давай, давай без выкрутасов. Во, отлично, раунд 2. Опа, оба с топорами. Секунду, поехали. Воу, воу, тихо. Слушай, ну, по-моему... поглощение пошло. Обожаю, когда, ребята, мы с вами поглощаем урон весь. Круто я его тут расписал. Блин, а сейчас, как всегда, дадут когти. Наверное, да, в самый неподходящий момент. Хотя против ворона вряд ли. Потому что мы не можем с ним когти против когти. Хотя я не удивлюсь. Главное, чтобы не зависло. Так, мне дали копье. Отлично, вот копье, я понимаю. Это как раз то, что я люблю.
Давай, 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 хватит выпендриваться. Так, поджарка и готовченка. Перфект. Ну что, последний бой у нас с тобой осталось. Это у нас... Так, это кто? Как его звать-то? Ё-моё, я уже забыл. Головорез, да, головорез. А мне сейчас дадут когти, наверное. Либо когти. Оу. Такие вот тисачки. Блин, поехали. Ага, вот это ты, парень, промахнулся. Это очень круто. Поехали. Опа, оп. Комбинация довольно прикольная. Кстати, серия ударов у него, знаешь, на что похоже? Я думаю, что догадался. Именно на те серпы, которые у нас были с кровотечением. Та же самая комбинация ударов. Смотри. Блин, сейчас попробую показать. Так, да ёпперс, это не дает. Но он сам себя убил, ребята, через возврат урона. Я получаю умелец. Ну что, я здесь выиграл. Уровень-то мне дадите или нет? Или скажете, слишком... Да, так они и сказали, слишком слаб. Было бы копье, я пошел бы на мясника. Слушай, а может быть попробовать его... Вот этими булавушками наказать? Ну, булавушками. Ну, не знаю, ребят. Попробую сейчас, конечно. Булавушки. Если он начнет делать серию ударов от Глефа, может быть, да, еще как бы варик был бы. Но булавушки. Сейчас посмотрим, во-первых, сколько урона мы... Понял. Идиотский смех, нервный. Нервно-паралитический. Так, поехали. Там я, ребята, его мог ушатать, естественно, только лишь благодаря кровотечению, которое вешалось. Здесь же. Пока не знаю, ребят. Да иди ты в пень. Здесь у нас пока только идет какое-то оглушение. Упс. Хотелось бы, конечно, урон, ну, посущественнее. Ты посмотри, что творит. Оу, подрезал сухожилие. В плане, поглощение сработало. Оу. Трындец. Там он сожрал всю, да, как говорится, энергию теневую, которую выпустили в меня. А какой-то урон от сюрикена не смог. И еще раз тебе скажу, но неподходящее, ребята, это оружие для мясника. Мясника, чтобы бомбить, как по мне, должно быть очень шустрое оружие. То есть, ну... И что он творит? Крутище не вешает. Эть! Обалдеть, с удара, с плюхи вынес. Нет, это не то. Будем ждать с тобой подходящее оружие, и я уже все-таки его накажу. Пока мне нужно разобраться с сосой. Что делать? Безумка. Здесь сложно, здесь еще и шмотки нужны. Ну, давай здесь пойдем на безумку. Так, у нас ворон. Мне в любом случае нужно получать уровень. Желательно даже два. Ворона, надеюсь, мы с тобой здесь сможем зачекрыжить. Пускай даже и на безумном. Поехали. Естественно, сразу уклоняшки делает. Повезло мне. А вот здесь не очень. Поехали. Да ну. Да, с таким дамагом, конечно, ребята. Ох. Очень мало урона я ему наношу. Что за фигня? Почему так происходит? Ну-ка. Ага. К примеру. Да ладно, блин, я же быстрее нанес ему, блин, урон. Удар. Ну-ка, жри огонь. Жри огонь. Насмешил, блин, я его, да, по-моему, ребят. Но. Есть. 1-1. Сейчас не жди пощады. Сейчас пощады не будет. 100% он сделает мне... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, поехали. Рэй, ты будешь сегодня играть, блин, а? Или... Ох, повезло. Как крупно, ребята, повезло. Ты успокоишься сегодня, говна-то кусок, а? Выбил оружие. Замечательно. Йоу. Ну и что?
Вот что, тапком в рожу и валяйся, землю жри. Вот что я тебе скажу. Заново. И думает, я так сдамся просто. Хрен тебе. Будем с тобой до последнего теребунькаться здесь. Не, я хочу Глефу. Я хочу, ребята, Глефу. Ему Глефа только со следующего уровня дается. Хоть булавы, они... Как это объяснить-то? Булавы, они все-таки пошустрее будут, чем те серпы. Вы понимаете, в чем дело? Что серпы могли повесить кровотечение. Здесь же, блин, ну... Что у них там? Я уже не помню. Да, по-моему, на них ничего нету. Во-во-во-во. Это хорошо, что у меня поглощение сработало. А то бы сейчас таких бы плюшек наловился бы, а? Что? Че он прыгает, идиот? Ты достал уже, а? Ну, понятно, понятно. Удар в лицо. Окей, попробуем. А ведь он тоже сейчас это сделает. Ну-ка. Смотри, вот выжидает специально, ребята, выжидает определенный момент, чтобы нанести удар. Ты понимаешь? Он все рассчитан. Ну, понятное дело, мне-то приходится тут кликать самому, а у него уже это все заложено. Поэтому ему, конечно, в разы лучше. А мне тут нужно просчеты сделать. С какого расстояния бомбануть? Когда нанести? Ага. Ну-ка попробуем. Это смешной просто урон, ребят. Смешной. Ну давай ты уже сду... Это возвращение урона, ребят, сработало. Он меня ударил очень круто, и половина отразилась на нем. Поэтому я его как бы и добил. Да ладно. Ты серьезно? Говна ты кусок. Ну ты посмотри. Че ты там встал-то? Хлыщ. Поехали. Воу-воу-воу, ну вот смотри. Осталось-то буквально, ребята, плюнуть. Просто плюнуть в него. Надо было боевые шрамы я заработал. То есть, типа, я неугомонный, да, все бомблю и бомблю. Уровень сложности какой у нас безумный, да? Или сложный? По-моему, сложный. На безумке меня бы вообще бы тут выносили бы. На раз-два. Нет, все-таки нужно, ребята, возвращать боевой скилл. Я думаю, многие со мной согласятся. Когда ты долго перестаешь играть в игру, ты начинаешь терять навыки. И, соответственно, тебе очень тяжело потом восстановиться. А тем более, когда уже начинаются вот такие вот бои, очень серьезные, с очень серьезным противником, когда еще у тебя оружие дерьмовое, так скажем. Как бы нету времени уже на раскачку. Давай, иди сюда. Блин. Видишь, он ударил. Ага. Так, попробуем поджарить малька. Ну ведь я хотел нижний, блин. Ты будешь нижний удар. Урон. Блин, удар, урон. Ты смотри. Я тебе серьезно говорю, он как будто читает мои мысли. Я хочу сделать нижний удар, он бьет понизу. Я хочу что-то другое сделать, он перехватывает. Просчитывает. Мне такое ощущение, что, знаешь, на опережение, как тебе объяснить? Вот если у нас тут есть крестовина, да? И когда мы на нее кликаем, мне кажется, срабатывает какой-то алгоритм там. То есть там противник, например, нажал вниз, значит, будет делать подсечку. У него сразу срабатывает команда, что надо либо подпрыгнуть, да, либо что-нибудь, либо отойти. Что-то вот как-то вот в этом роде, мне кажется, это должно работать. Блин, ну у меня другого нету. Я уже стоял, уже практически не двигал крестовиной и нифига. Вот он меня достал. Ребят, пишите в комментариях, будем мы с вами в следующих сериях вырезать неудачные вот эти моменты. Или же все-таки мы их оставим. Пиши, пиши обязательно. Конечно. Ну, ты достал уже, а? В рожу, да? В рожу, ребята. Поехали.
Ну, конечно. Хлыщ. Поехали. Ну, естественно, офигеть. Офигеть, блин. Ты устоишь, бьешь тут до посинения. Он просто тебе два удара прописывает, ребята, и все. И все здоровье, что у него было. Точнее, что, как тебе объяснить-то, компенсирует, короче, урон. Еще и бросок сделал, добивающий. Говна кусок. Эти когти, они, поверь мне, очень неповоротливые. Они хуже моих дубин, ну как по мне. И он так лихо ими орудует, прям я не знаю, знаешь как. Ой, тварь ты вонючая, а. Тварь ты вонючая, бросок смертельный. Все, ребят, я не знаю, что делать. Куда мне идти, куда мне поддаться, чтобы, блин, заработать, я не знаю, на глефу. Ну где тут драться можно? Ну пойдем сюда на слу... А, меня сюда не впустят. Здесь тоже безумно. Везде безумно. Но если только прокачать. Давай посмотрим, что у нас там с тобой по прокачке есть. Булавы. Видишь, булавы у нас даже не зачарованы. То есть на них нет никаких свойств. Это тоже большой, кстати, минус. Тут поглощение, тут отражение. Тут, я не знаю. Тут ничего нету. Могу улучшить. Здесь улучшить. Да я не хочу цепной взрыв, потому что мне скоро дадут другую заклинаху. Гемы как бы тратить на это я не собираюсь. Да, только лишь остается одно. Бомбить ворона. Бомбить этого ворона. Давай, наверное, с тобой, знаешь, что сделаем? Возьмем в руки вот эти наши серпы. А я их продал, да? Твою же налево, я их продал. С кэшбэком. Точно, ребята. Поэтому хэппишев у нас с тобой нет. У нас остались только булавы. Ну что же, у меня нет варианта, ребята. Только лишь бомбить. Если я его уничтожу, то мы получим с тобой уровень. Дальше пойдет у нас развитие. Другого варианта нету. Так что стараемся, пытаемся. Я не знаю. Тяжело, тяжело будет. А кто сказал, что вообще здесь все легко и просто? Поехали. Так. Бросок, конечно же, у меня не получается. Да хорош, может, уже, а? Ну-ка попробуем заклинаху. Ничтожный урон. Так, есть. Первый раунд за нами. Пока хорошо. Но не забывай, что если он в меня сейчас шмальнет своей теневой энергией, то будет бобо. А он специально для этого, да? Нет. Поехали. Ай, хорошечно. Так, подлавливаю, да? Поехали. Упс. Вот об этом я тебе и говорил. Но радоваться рано еще. Ах ты соп... Ой, хорошо, что у нас поглощение сработало. Угу, угу. Серия ударов, я понял. Так, попробуем сделать вот таким вот образом. И... Я жду, жду. Блин, ну что ты стоишь-то? Ага. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Е! Yeah. Вот что значит концентрация. Внутренняя сила. Цинь. Вырвалась наружу. В общем, все хорошо, ребята. Получаем с тобой, наверное, уровень, я так понимаю. Да. Да-да-да, вот именно об этом я тебе и говорил. Теперь я смогу приобрести себе глефу. Так, здесь будем, наверное, прокачивать с тобой... Ага, скалу. Так, получить. Получить. Быстренько бежим с тобой. Подожди, куда я пошел-то? Мне нужно зайти в оружейку. Давай посмотрим, что у нас там. Глефа. Глефа, да, да-да-да-да-да. Будем ее приобретать. Офигеть, да? Шипы коралла. По-моему, с такими у нас босяра ходит один. Так, вы хотите что-то... Так, обратно кэшбэком, посмотрев рекламу.
Ага, 91 тысяча ко мне в карман. Сколько там ждать? 14 минут? Не буду я ждать, я хочу сразу их получить и сразу же одеть. Мало того, что одеть, я хочу их еще и улучшить. Сразу же. Давай, 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 давай. Ну, с Глефой-то мы повеселимся, это я тебе гарантирую. Так, что у нас идет дальше? Броня. На 23 уровень. Ну, с броней, я думаю, пока не стоит заморачиваться. У нас с тобой что стоит? Лунный нагрудник с поглощением урона. Вот шлем. Да, в принципе, и шлем пока тоже трогать не буду. Заклинаха. Заклинахи новой нету. Ну, давай посмотрим, что у нас с тобой получается. Так, здесь на турнире безумно. На испытании легко. Тебе нужно выбрать самые прочные доспехи. Ага, у меня опять же с магией, да, проблемы. Но зато я могу попробовать подраться с боцманом. Уровень сложности уже нормуль. То есть у него глефа, у меня глефа. Правда, у меня глефа без всяких там способностей, наложений никаких нету. Но я думаю, все равно мы с ним будем как бы сейчас на равных. Поехали. Нравится мне ионный вот этот вот удар размашистый. Очень хорошая глефа, ребята. Ты вспомни, когда мы с тобой проходили историю сенсея, этой глефой я врагов очень-очень много и долго крушил. Поэтому как бы я знаю, что она себя представляет и чего от нее ожидать. Поехали. А! Поглощение. Хорошо, что было поглощение. Плюс отражение урона сработало. На, блин, я думал, в пятачину ему заряжу. И плюс еще у нас срабатывает с тобой скала. Это наш перк, пассивка, который дает защиту от крит урона. Ну все, 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 погиб. Опять же, через отражение урона. Ну что, сейчас он будет что-то там пищать на дорожку, насколько я помню. Из-за таких, как ты, мы и проигрываем в этой войне. Брат идет на брата, а ты наживаешься на их страданиях. Тебе не выбраться из города живым. Окей. Как ты понимаешь, последний телохранитель пока идет невозможно. А здесь у нас идет безумно. И я хочу, ребят, конечно же... Ага, опять Лилия. Слушай, ну с Лилией, да, она у нас имеет два вот этих ножа. А мы Глефу. Я думаю, у меня шансов будет немножко побольше. Посмотрим. Да тут не то, что немножко, тут... Очень немножко, я тебе даже скажу. Особенно прикольно, ребята, что у Глефа идет вот этот вот размашистый удар. То есть он прыгает, перепрыгивает. Да, конечно, плохо, если ты промахнешься, сзади тебе спину может прилететь либо теневая энергия, либо, извини меня, опа! Либо сюрикен какой-нибудь, да? Слушай, вот это фокусы. Вот чё-чё бы я не подумал бы, что меня, извини меня, на критовку поймает. Ладно, хорошо, шмыга. 1-1. Пока говорил тут, понимаешь, да, немножко расслабился. И вот результат. Так, давай, иди сюда. Так, попробуй. Блин, чё не то? Чё сломалось у нас опять с тобой, а? Куда удача моя покинула меня? Да не может она шустрее меня быть. Или может? Просто не дает стать, прикинь. Так, что-то надо делать. На подсечках. В основном, ребята, нижние удары у нее идут. Удар ногами, да? Это когда вблизи, то есть, понятно, ежу. Ну, у нее уже уровень сложности брутал идет. Опа! Выкарабкалась, ты посмотри. Уже не знала, что сделать. Уже, видно, проигрывала, да? И на тебе. Сделала мне теневуху. Хорошо, ты думаешь, я от тебя отстану? Нет. Я от тебя сегодня никуда не уйду. Не знаю, ребят, вряд ли мы сегодня дойдем, конечно, до босса. Как бы я этого сильно не хотел. Да иди ты! Сразу! Муж хорош уже, а? Ой, хорошо. Вот сейчас было чудесно, ребята. Ну, подсечку сделаем. Вот как будто сволочь знает, что я хочу сделать подсечку. И начинает всячески выкручиваться, понимаешь? Ладно, первый раунд за нами.
Так, смотри. О! Да ладно, вали отсюда. Кусок говна. Да, лучше ее тогда вот так, ребята, на средней дистанции держать. Трындец. Оу! И добьет, да, сейчас? Ну, тень. Я, честно говоря, думал, сейчас звезданет она по мне и я отдуплюсь. Нет, все-таки мы ее пробили. Ну, это уровень безумки был. А вот где дальше нам с тобой прокачаться, объясни мне. Сюда меня не впустят, потому что заклинания нету нормального. На сути, я не знаю. Слушай, давай попробуем сейчас мясника с тобой заколбасить. На теневухе. Сейчас я кое-что гляну. У нас полностью с тобой, да, Глефа полностью прокачана. Зачаровать я ее не могу. И это плохо. Ладно, так, что у нас там по броне? Так, броню. Мы можем с тобой купить новую, да? Вот. Подожди, чуть-чуть. Так, я не понял. У нас... А, у нас надета эта броня, да? А нафиг я тут тогда, я не пойму. Вот это... Лунный нагрудник, я чё, просто... Я впустую, ребята, просто... У меня вот доспех какой был, понимаешь? Но почему-то очень редко срабатывало восстановление. Очень редко. Так, хорошо, давай по шлему посмотрим. Шлем у нас... Он имеет 539, да? Здесь 546 на заказ. 230 он стоит... Ладно, а существенного я не вижу, ребята, здесь какого-то. Вау, крылья летучие мыши, топорики, да? Нет, не надо. И все-таки заклинания, ребята. Заклинания нужен на 23 уровень, а у меня не дают. Пошел, короче, я на мясника. Вот что имею, с тем и пойду. Не уверен, конечно, что получится его сейчас здесь забомбить. Но попытаться. Глефа, в принципе... Неплохое для этого оружие. Шустрое, быстрое. Можно попробовать. Так. Поехали, сразу начнем, ребят. Ага. Ё-моё, начинается, да? Ну, конечно, подрезать захотел сухожилие он мне. Ой, зачем раскрылся-то? Так, ладно, ребят, первый раунд за нами. Он, опять же, видел, нанес очень огромное количество урона. И с помощью отражения часть урона ему вернулась. И этого было достаточно, чтобы его подбить. Ага. Да, конечно. Жирный, хорош. Пробуем, ребята. Далеко от него не отходить. Это нам не выгодно, потому что он, если сделать свой этот плешивый прыжок, землетрясение, как там его назвать, не знаю. Блин, вот я про него и говорил. И стою, открыв рот, смотрю, любуюсь, как этот чмо болотное, блин, прыгает. Вместо того, чтобы ударить его просто-напросто, надо было ударить действительно и все, и он бы отдуплился. Нет, я, блин, любовался. Ага. Все, может, хорош уже, парень. Прыжок сейчас свой вшивый делать будешь, нет? Будет. Не знаю, правда, когда, но он его будет делать. Лежи, мразь. Поехали. Ой. Чмо болотное. Ну, тут подловил, ребят. Что я могу сделать? Ну, теневой звезданул. Фигли, ты сам видел, какая у него теневуха. Сколько урона наносит. Бесполезно с ним драться вообще. Если теневуха от этого долбоеба летит, то все. Поехали. Ага. И он, и я, да? Понятно.
Че там, Крихтун? Так, тихо, ловим. Спокуха. Блин, ты сюрик его бесявый. Ну видишь, он что делает? В плане? А что случилось? Я не понял, ребята. Переигровку, я требую переигровку. Что случилось? Я от постепенного урона отдупился, что? Не, ну вроде бы нормально так шли, играли все пучком. Да? По-моему, постепенный урон, когда он бросил сюрик в меня. Постепенно, это кровотечение, наверное, было. Потому что я, от чего еще я мог здесь погибнуть? Хорош, жирная свинота. Вот объясни, блин, мне, как он... Я офигею, не надо. Поехали. Ну... Подрезать сухожилие, да? На. Попробуем так сделать. Ну вот, да-да. Да-да. Вот он бросил сюрикен, на меня повесил кровотечение. И, соответственно, сейчас еще и магией забомбил. Вшивое ублюдство. Ну, мясника, поверь мне, можно бомбануть. Но вот сейчас было вообще... Потому что я отвлекся, я посмотрел, у меня там кровотечение висит. Я уже что-то заранее расстроился. Блин, 3-0. 2-0 пока ведет он. И это еще без первой фазы. Без второй, точнее. Плохо. Ох. Лютует. Было бы у меня кровотечение, было бы, ребят, совсем все по-другому. Поехали. Да, иди ты. Я не могу ничего, я не могу его подловить, ребят. Ты охерел, что ли, а, мордоворот? Ты чепушиловский. Нет, не могу. Мне терпения, просто не хватает терпения, друзья мои. Вот просто не хватает терпения. Пойду я вот сюда вот. Тут на турнире сложно. Мангуст, вот пойду на мангусте отрываться. Офигею, блин. Чертов этот мясник со своими этими ударами. Просто нереальные удары. Просто нереальные, ребята. То есть ты понимаешь, ты попадаешь под его комбинацию ударов, все, у тебя все хп улетает сразу же в трубу. А если не улетает, на тебе кровотечение, естественно, все остальное сжирает. Просто лучшего и пожелать нельзя для боевки. И тут, поверь мне, уже не до выпендрежи, никакие там суперудары, какие там нахрен разнообразие удары. Скажи мне, пожалуйста. Там думаешь об одном, как бы, блин, нанести побольше дамага и как бы увернуться от его урона. Вот и все. Ну, ты достал уже, хорош. Блин, я даже уже мангуста не могу бомбануть. На. Нет, надо почаще играть. Чем чаще ты играешь, тем лучше у тебя реакция. Ты уже как бы привыкаешь, адаптируешься. А тут, извини, сколько мы последний раз играли? Наверное, месяц назад, может быть, даже два, полтора. Потерялся, пальчики задеревенели у меня. Так, ну что, у нас с тобой безумный. Поехали. Я ничего не боюсь. Оу, старик, ё-моё. Вот и вот, а я помню. Вот этого старичка я помню, с такой же глефой, как у меня. Блин, долго я на нем висел. Это что сейчас было, ребята? Я не понял. Ты серьезно, блин, старик? Ты серьезно сейчас вот это что-то сейчас продемонстрировал? Или это был баг игровой, а? Не, ребята, это не баг игровой. Это не баг игровой, это реалити этой игры. И это не невозможно, это просто безумие. Как? Объясни мне, как эта тварь на безумном с двух ударов просто меня выносит, как щегла последнего, понимаешь? Как последнего щегла вырубает, а? Я в шоке. Нет, конечно, если мы с тобой возьмем, например. Но я не хочу брать. Я, наверное, сделаю вот так, ребята. Я сделаю вот так.
Улучшить. И еще раз улучшить. Погнали. Сейчас я ему буду пасть рвать. Сложно. Давай посмотрим. Уровень сложно. Сейчас он меня будет тут тоже заваривать, как чай вечерний. Все, отпрыгался. Ну, поехали. Угу, что-то там хотел. О, все, родной. Старик и море. Тихо, мы уже с тобой имеем брутал. То есть, понимаешь, да? Да что ты там своим... Давай, вжариваем его, короче, достал он мне тут. Прыгает, елозит, да? Как говорится, тоску на меня наводит. Ну что, старик, поехали. Опа! Прекрасен этот мир, полюбуйся. Полюбуйся. Эть, эть. Это еще не конец. Это еще далеко не конец, парень. Что ты, что... Ну что ты... Ага, нижний, верхний. Ты понял? Делает два вида ударов. И нижний, и верхний. Потом еще сальтончик. Но не помогло ему. Фух. Так, дальше у нас что? Блин, сразу невозможно становится. Ну что, попробуем с тобой? Китобой. Во что опять вляпалась эта глупая девчонка? Не будь меня рядом, давно покатилась бы ее голова. А ты очередная проблема, с которой мне придется разобраться. Китобой, блин, с этим... С трезубцем, да? То есть с копье. Невозможно. То есть сейчас по мне два удара, и я распластаюсь. Скорее всего, будет так. Но это еще не точно, ребят. Оу, китобой, что-то с тобой не то. Или ты поддаешься? Скорее всего, оно так и есть. Поехали. Тихо, парень, поехали. На, поехали еще. Ай. А если я так делаю? Фигня полная, да? Не надо, не надо раскрываться, когда он... Упс. Поехали. Так. Ага. Готов, китобойчик. Что-то я не вижу, чтобы здесь было невозможно, ребят. Это какой-то бред. Может быть, он поддавался мне? Понял. Да ё-моё. Тихо-тихо-тихо. Поехали. Вот когда он уклоняешь, кто его врубает, это плохо. Ай. Ну, смотри, что творит. Раздухарился. Ух. Я ничего не успел, ребята, сделать. Я ей серьезно говорю. Хотел уклониться, но не получилось. Вшивая морозота, а. Поехали, сразу начинаем. Пробивного не получилось. Трындец, ты... Ты, мразь, охренел, что ли? Совсем, блин. Получи, получил, блин. Поехали. Тры. Да как ты, гад, это делаешь? Я не могу понять. Вот как ты начинаешь только выигрывать все, ребят? Начинается вот эта вот стихопляска, или как это назвать, я даже не знаю. Потерял он свое это, нет? Потерял. Он потерял. Попробуем. Сейчас этот... Эть! Я жал вниз, ребята, видит бог, я жал вниз. Но он не приседает. Он тупорылый, этот тень. Тупорылая, понимаешь, она не хочет слушаться меня вообще никак. Я нажимал вниз, он ни хрена не присел. Ну, я тебе скажу следующее. С китобоем справиться можно. Можно, и я тебе скажу даже больше. Не то, что можно, а и нужно. Но, конечно, не так, как он начинает, блин. Смотри, что творит, а. Поехали. Естественно, тут его нужно брать, ребята, на... На наши суператаки. И не раскрываться, когда он применяет копье. Видишь? А вот сейчас вот надо бомбить.
И вот этот вот нижний удар, конечно, меня очень сильно раздражает. Ага, поехали. Попробую. Фигня получилась, да? Что-то будет. Да, ребята, жопа будет. Чё-то в первом раунде я вот так быстро раскумарил. Зусь, вообще не могу, просто не могу. Ну. Ага. Вот видишь, когда вот под, именно под этот удар попадает, ребят. И не забывай, что его нежелательно держать вдалеке, потому что он начинает вот это вот делать. Поехали. Так. В ближнем, конечно, лучше всего ногами его атаковать. Потому что глефа для, для ближнего, блин, не очень хорошо подходит. Все, поехали. Попробуем. Ты, блин, зажигай, говорю. Он сейчас тоже, ребят, может применить в любую секунду свою теневуху. Поэтому ее стоит опасаться. Ага, сам себя убил. Через... Он по мне нанес урон, ребята. И отражение сработало. Угу, поехали. Так, естественно, выходит. Ну-ка, попробуем. Видишь, вот я должен его, по идее, вот здесь вот... По идее, должен ловить. Но он не поддается. Я офигею, блин, дерьмо. Клавиатура или че, я не знаю, блин. Проиграл, блин. Фух, я уже не могу, блин. Я понимаю, ребята, уровень сложности невозможно, но... Должен быть какой-то предел, в конце концов. В этом, во всем. Но... Все... Мне нужны не те удары, которые он делает, понимаешь? Мне вот этот удар нужен. Нахрена он мне делает обычный пробивной, вот этот прямой? Нахрена ты его делаешь? Объясни. Поехали. Поехали, блин. Поехали. Тварь ты вонючая, блин. Он вначале стоит в блоке. После этого... Ну все, тут, по-моему, ребята расписали меня. После этого он начинает бомбить. Ну ты сам видишь все. Заколол. Вшивое говно, блин. Заколол меня, понимаешь? Осталось у него там немножко здоровья, и он... Как ты это, гад, делаешь? А? Трындец. Я офигею с его вот этим уклонением, блин. С вот этими вот вертушками, блин. Все? Нет, не все, ребята. Далеко не... Оп! Ну я ведь, блин... Ну вот как вот можно играть, когда у него теневая энергия отнимает, ну, практически все твое здоровье? Как? Объясни мне, блин. Как мне играть? У меня уже нет сил. Ну и нету вариантов, ребята, выбора, понимаешь? Я не могу ничего сделать. Только драться. И все. Если ты хочешь... пойти дальше, тебе нужно победить этого говнаря, ты понимаешь? Иди отсюда. Что? Ну, естественно, естественно, ребят. Ну как ты, вонючее дерьмо, ты делаешь на это? Объясни мне. Трындец. Тут, ребят, вообще не обсуждается просто. No comments. По-другому не скажи, блин. Все? Ты будешь получать сегодня звездюлей или что? Удары, конечно, кулаками — это сверх имба. Особенно урон, ну... Все, дождался. Не могу, не могу. Не хватает сил, не хватает сил, не хватает терпения. Многие спрашивают: Рэй, почему ты давно не играл в Shadow Fight 2? Да потому что, блин, я за этот сезон, ребят, столько нервов ушатываю, что... Я даже не знаю, как тебе сказать.
В свое время, как вспомнишь еще этот Shadow Fight 3, там тоже не легче. Но... Ага. Бросок, неужели? Так а что мне этот бросок, ребята, даст? Трындец. Давай попробуем так. Ну согласись, это смех на палке. Тот урон, который я наношу ему своей энергией, это... Я не знаю, как назвать. Это даже не слезы. Смех на палке. Или как еще это назвать, я не знаю, ребят. На тебе. Плешивый китобойщик, а? Маслобойщик, я не знаю, как тебя еще назвать. А че ты встал-то? Эй! Понятно, ребят. Че он встал? Это я сам виноват. Я попутал кнопку энергии. Попутал кнопку энергии с сюрикеном. Вот и все. Нажимал на нее и ждал, когда он бросит сюрик. Ну, дебил, что сделаешь? Надолго. Китобой. Ребят, пиши в комментариях, вырезаем или нет. Я думаю, что здесь надолго я зависну с этим хмырем, с китобойщиком, с этим. И что творит? Дает мне секундное прослабление, да? Такое, ну, как бы, отдушину, чтобы, типа, ну, сделай мне хотя бы пару ударов, ну, чтобы не возбухал. А потом начинается, короче, такая нервотрепка. Угу. Ну, ты сам видишь. На. Поехали. Тварь, а. Ну ты тварь все-таки. Еще и бросок. Ну естественно, естественно. Если, как говорится, ты не хочешь драться, то валяйся на земле. Так, так. Я удивлен, первый раунд за нами. Ну, радоваться ты понимаешь. Трындец. Вот так вот. Вот тебе и весь показатель. Просто. И начинается. И начинается вот это вот дерьмовыжималовка, я не знаю. Быстро он сравнивает что-то. Очень быстро, ребят. Все, успокойся, блин. Хорош. Ага. Ну как так, блядь, может быть? Я охерею. Конечно, 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 конечно. Своим вшивым копьем меня там бомбишь. Сейчас. Сейчас энергию, да? Тут без комментариев. Какого х... Извини меня, блин. Если я вижу, я хочу сделать, блин, кувырок, блин. И вот это вот притормаживание. Дебильное притормаживание. На доли секунды, именно в тот момент, когда хочу сделать, меня отказывает все. И теневая энергия просто меня уничтожает. Китобой, блин, я его помню, ребят. Мы в этом, когда дрались, как его, история сенсея. Я этому китобою таких щей давал. Просто. Че он тут выпендривается, я не понимаю. Этот хлыщ, просто хлыщ. Дерьмо собачье. Кого он из себя изображает? Я вот не понимаю вот этого вот. Ну кусок говна на самом деле, понимаешь? Просто кусок говна, он вообще себе ничего не представляет. И я с ним не могу справиться. Именно вот в этой вот версии, ребят. Просто не могу. Ну и что, что уровень сложности безумки? Это... Офигеть, все он делает. Все у него есть, на все ответ. И уклониться-то знает как надо, вовремя, да? Ну вот как. И в прыжке-то он меня подбивает. И бросок-то он мне делает. Да все у него идеально. Прям, блин, идеальный боец, ребят. Ну и фаерболом. Естественно, от которого я не могу вообще уклониться. Просто не могу уклониться от его вонючего, дебильного, блядь, фаербола. Бесевое говно, блин. Не, ребят, я не знаю. Трындец просто.
У меня нет слов. Я скоро буду тут, знаешь, как это, трехэтажными поливать вовсю. Я просто представляю, насколько здесь будет сложен титан. Я даже не хочу думать об этом, понимаешь? Я даже не хочу об этом думать. Пока. Просто не хочу. Ну что ты? Я офигею. Как тебе говна-то кусок пробить, а? Ну скажи вот мне на милость. Да никак. Да никак ты его, блин, не пробьешь, ну хлыща, блин. Он меня пробьет, да. У него уже сложность брутал пошла. Все. Не этим, так не по носам, так катанкой, или как там говорится. Последний бой, ребята. Если я его не смогу завалить, я не знаю, что делать. А как мы с сосой тогда будем браться? Да. Все, сразу. Сразу половина здоровья, ребят. Только раунд начался, у меня уже все, здоровья нету. И все почему? Потому что ему достаточно 3 удара сделать, да? А мне нужно тут 3 часа его бомбить, чтобы сравнять ХП. Вот и все. Поехали. Естественно, он блокируется, естественно, ребят. Ну а кто бы тут не блокировался? Любой блокироваться бы стал бы. Поехали. Ну? Конечно, конечно же, ну... Все, запинал. Как последнюю сраную, ссаную подушку. Да ладно. У меня уже просто в глазах мельтешит все, ребят. Я уже не понимаю, куда я бью. Кого я бью. Зачем я бью. Просто туман. Сплошной туман. Я вижу фон кораблей. И вижу фон падающей тени. По-моему, это невозможно, действительно, ребята, его сейчас победить. Сюда я не могу пойти, потому что у меня нет, видите ли, снаряжения. Нету снаряжения, и все. Если у тебя нет снаряжения, иди гуляй, Вася, тебе говорят. Понимаешь, просто иди гуляй. Потому что у тебя нету магии 22 уровня. Поэтому отвали. Пошли вы нафиг. Все, ребят, я психанул. Я иду ва-банк. Раз они не хотят по-хорошему, блин, будем по-плохому. Будем, блин, по-плохому. Где там этот хлыщ? Безумно. Иди сюда. Иди сюда, тварь. Иди сюда, блин, тебе сказал. Маслобойщик. Многие скажут: Рэй, а что ты раньше так не сделал? Да потому что я не хотел тратить, ребята, ни гемы, ничего на этого говнореза, понимаешь? Хотел пройти его своими силами. Ну ты же видишь, что это ну просто, ну невозможно, блин. Нет, это возможно. Если я бы тут просидел бы 5 часов бы. Может быть и больше. Ну что ты делаешь, тварь, ты ж вшивая, блин. Трындец какой-то, а. Ну, трындец просто, друзья мои. Тебя умоляю, блин, а. Оу, я еще и глиф потерял свою. Ну все, ребят, тут допрыгался, доигрался я, короче. Да. Валяться мне у его ног. Нюхать портки. Его обоссанные. Поехали. Ну. Ясен перец, ребят, ну... Все, надеюсь, блин, говна-то кусок. Дайте мне побаловать, блин. Ну. Так, бросок будем делать? Будем. Это начало, а теперь еще вот так вот. Так, давай, ребята. Ну. Конечно, ну. Бросок, естественно, ребята, бросок от него. Пробуем. Хрен там что получается. И...
Ушатал я его. 1-1, ничья. Ничья. То есть сейчас решающий бой. Поехали. Как поехали, так и приехали. Все? Ну, да как ты? Да иди ты в пень, ты, блин. Тут засых, а, ребята. Он просто засых, серьезно тебе говорю. Он мне даже не дал сделать теневой удар. На тебе, говнатый кусок. И он мне в ответку. Он мне в ответку. Что, крышка мне, да? По-моему, крышка. Хорошо. Еще бой. Я чувствую, вас, ребята, это утомит. Просто утомит. Ну, пиши в комментариях, я буду вырезать. Абсолютно все буду вырезать, блин. Все свои слова, ругань эту неуместную, если честно. Детям вообще не рекомендую смотреть. Блин. Ну как вот детям вот запикивать все, что ли? Я не знаю, тут. Да я же не это хотел сделать. Ну гнида ты, вонючая тень, а. Ну гнида ты, просто вонючая, ты понимаешь? Нет, ты не те удары делаешь, что мне нужны. Я хотел вот. Ты будешь. Вот это мне надо было. А он делает, блядь, удар под низу. Дебил. Просто дебил, вот и все, конченый, блин. Охереть. На, маслобойщик, блин. Понятно. Я сейчас клавиатуру сломаю нахрен. К ядре, не в фене. Блин, надо Магнелиса попринимать. Успокоить нервы свои. Пумс в пятачину прям получил, понимаешь? Ну все. Вот еще раз тебе говорю, я хочу сделать вот этот удар. Он делает совсем не то, ребят. Ну. Давай, давай, давай. Отлично, поехали. Так, надо опасаться, ребят, потому что я боюсь, что он в ответку запульнет эту магию. Ты сейчас, блядь, серьезно, что ли? Я не пойму, хмырь тебя, вонючий. Как ты, блядь, все перебиваешь, все мои удары, все перебивает на свете. Все абсолютно, блядь, что бы я ни сделал, падла ты, блядь. Херей, блин. Это безумный уровень сложности. Безумный. Я не вижу, чтобы он отличался от невозможного. Чем? Чем он отличается? Да ничем, ребят. Как это говно вонючее бомбило, так оно и бомбит по мне, ты понимаешь? Что в нем поменялось в этом этапе? Объясни. Ногами вот так вот его пинать, но это не вариант, ребят. Поехали. Я сказал тебе не. Ну, потерял, да? Потерял свое говно. Так, вжариваем. Фух, 1-0. 1-0 в мою пользу, ребят. Ну, это благодаря тому, что он потерял свою вшивую эту палку-копалку. Упс. Ну, естественно. Ну, в жопу, естественно, в жопу копьем своим метит. Это ж маслобойщик, ребят. Понимаешь? Что от него другого тут ожидать? Что ты там собрался делать? Что ты там зараз распрыгался-то? Поехали. Может, хватит уже, а? Понятно. Вот он не упустит свои возможности, ребята, отыграться, понимаешь? Вот как он делает? Удар и сразу же сматывается. Я ничего не могу сделать к нему, понимаешь? Копьем в сральник. Где ты сюда? Ты, ушатал, падла. Ладно, 1-1. Что за бои, а? Что за драки, дерьмо? Поехали. Поехали.
Так, с бросочки, ну хотя бы так. Иди ты нафиг. Так, так. Нифига не так. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это же надо было так, ребята, ну, сделать уклонение и попасть именно на теневую энергию. Ну как это так? Ну еще скажи, что это не просчет. Конечно, это просчет, ребята. Это элементарный просчет, который делает компьютер. Это делается все против тебя. Смотри. Смотри, 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 что сейчас будет. Не добил. А я думал, добьет, гаденыш. Бросаем. Бросаем. Бросаем Рея на пол, на землю. Обоссанные портки нюхать, е-мое. Я уже в шоке. Я уже в шоке, ребята. У меня уже башка не соображает, что я тут вообще делаю. Что это вообще за игра такая? Я вижу два куска тени, бегают. Причем один из них постоянно валяется на земле. Понимаешь? Постоянно валяется на земле. Я все понимаю, да. Копье там. Большая дистанция. Ну ведь не так же, блин, херачить безбожно, как эта тварь делает. Понимаешь? Просто не дает мне ничего сделать. Просто не дает ничего сделать. Вообще. Погнали. Добил нафиг. Чертовой бабушки. Дайте мне еще одну победу. Дайте, блядь, я спрашиваю вас еще одну победу. Поехали. Начало неплохое. Очень. Хорошо, что у нас с тобой хил активировался. Поехали. Попади. Ну, конечно, он не попадет. Поехали. Ты достал уже, отходит, но специально на такое расстояние, чтобы можно было бы и отбить ему, да, мой удар. Е! Так радоваться-то, подожди, рано еще радоваться-то. Поехали. Приехали, блин. Все, сейчас, ребят, не дай боже, теневуху сейчас влепит. Все, меня расплющит. Ну, удар еще один. Ты будешь что-нибудь делать, падла? Аллилуйя, ребята. Это жесть, уволение на берег. Все, 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 перерыв. Какой перерыв, ё-моё, отдых, а не перерыв. Это трындец, ребят. И если бы барон был с нами, то ничего бы из этого не случилось. Будь проклята эта девчонка и ее эгоизм. Будь проклят ты, кусок говна, маслобойщик. Все, ребят, пойду отдохну. Поиграю в что-нибудь другое, более-менее расслабляющее. Например, в Спайдермена. Ну, а с вами мы закругляемся. Обязательно увидимся в следующей серии. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!